Всем привет, с вами Миша, вы на канале CryptoDealers, и сегодня мы продолжаем знакомить вас с биткоин-экономикой децентрализованных финансов. Сегодня поговорим про L2 сеть биткоин, которую называют Lightning. Lightning Network – это захватывающее развитие в мире блокчейна и криптовалют, поскольку она направлена на то, чтобы сделать криптовалюты более практичными для повседневных транзакций и открывает новые возможности для сценариев, требующих быстрых и недорогих платежей. Важно отметить, что несмотря на большие перспективы сети Lightning, это все еще развивающаяся технология, и могут быть ограничения и проблемы, которые потребуется решить по мере ее развития. Сеть Lightning – это масштабируемое решение второго уровня для биткоина и других блокчейн-сетей. Она была разработана с целью решения некоторых ограничений традиционных транзакций на блокчейне, таких как медленное подтверждение и высокие комиссии. Вот несколько ключевых особенностей и преимуществ сети Lightning. Мгновенные платежи. Сеть Lightning позволяет совершать почти мгновенные транзакции, позволяя пользователям проводить транзакции вне блокчейна. Вместо ожидания подтверждения блоков на основной цепи, платежи проводятся быстро. Это особенно полезно для сценариев, требующих быстрой обработки платежей, например, точек продаж. Безопасность. Сеть Lightning использует смарт-контракты на блокчейне для обеспечения безопасности. Эти смарт-контракты устанавливают правила для платежных каналов и транзакций, не требуя записи каждой транзакции на основном блокчейне. Это снижает риск мошенничества и гарантирует, что транзакции могут быть исполнены. Масштабируемость. Одним из наиболее значительных преимуществ сети Lightning является ее масштабируемость. Она может обрабатывать намного больше транзакций по сравнению с основным блокчейном, потенциально достигая миллионов или даже миллиардов транзакций в секунду. Этот высокий объем позволяет использовать сеть для различных приложений, включая микротранзакции и высокочастотную торговлю. Низкая стоимость. Транзакции в сети Lightning являются экономичными, поскольку они происходят вне блокчейна. Это приводит к значительно более низким комиссиям по сравнению с транзакциями на блокчейне. Это особенно полезно для микроплатежей, где стоимость комиссий на блокчейне может быть запредельной. Совместимость с различными блокчейнами. Сеть Lightning имеет потенциал для облегчения атомарных свопов между разными блокчейнами. Это означает, что пользователи могут обменивать активы с разных блокчейнов без необходимости полагаться на сторонних кастодиалов. Пока обе цепи поддерживают одну и ту же криптографическую хэш-функцию, пользователи могут выполнять безопасные транзакции между блокчейнами. А вы знаете, что L2 Bitcoin сети Lightning возможна работа с использованием смарт-контрактов на блокчейне Bitcoin? Итак, Lightning Network – это децентрализованная сеть, использующая функциональность смарт-контрактов в блокчейне для обеспечения моментальных платежей между участниками сети. Работа сети Lightning зависит от базовой технологии блокчейна. Путем использования настоящих транзакций блокчейн биткоин и его собственного языка смарт-контрактов возможно создание безопасной сети участников, способных проводить транзакции с высоким объемом и высокой скоростью. Работа сети Lightning зависит от базовой технологии блокчейн. Путем использования настоящих транзакций блокчейна, биткоин и его собственного языка смарт-контрактов возможно создание безопасной сети участников, способных проводить транзакции с высоким объемом и высокой скоростью. Представьте, что два участника создают запись в учетной книге на блокчейне, требующую подписи обоих участников для проведения любых операций со средствами. Обе стороны создают транзакции, возвращающие запись в учетной книге на их индивидуальное распределение, но не транслируют их блокчейн. Они могут обновлять свои индивидуальные распределения в учетной книге, создавая множество транзакций, расходуя средства из текущей записи в учетной книге. Действительно, считается только самая последняя версия, что обеспечивается блокчейн понимаемыми смарт-контрактами. Эту запись можно закрыть в любое время, любой из сторон, без необходимости доверия или кастодианства,
путем передачи наиболее последней версии на блокчейн. Создавая сеть Lightning, из таких двусторонних записей в учетной книге можно найти путь через сеть, аналогичную маршрутизации пакетов в интернете. Узлы вдоль этого пути не нуждаются в доверии, так как платеж обеспечивается с помощью сценария, гарантирующего атомарность. Платеж либо успешен, либо не выполняется с помощью убывающих временных блокировок. В результате возможно проводить транзакции вне блокчейна без ограничений. Транзакции можно проводить вне блокчейна с уверенностью в их обеспечимости на блокчейне. Это подобно тому, как заключаются много правовых контрактов с другими лицами, но не идут в суд при каждом заключении контракта. Путем создания транзакций и сценариев, которые могут быть разобраны, смарт-контракт может быть обеспечен на блокчейне. Только в случае невыполнения контракта вступает в дело суд, но с блокчейном результат детерминирован. В общем, сеть Lightning стремится вернуть биткоин к его первоначальному назначению как средство ежедневных платежей. Для достижения этой цели она предоставляет второй уровень решения, дополняющего основной блокчейн биткоина. Эта двухуровневая система позволяет пользователям совершать транзакции с использованием безопасности основного блокчейна, при этом наслаждаясь скоростью и экономичностью транзакций вне цепи блоков для повседневных расходов. Будущее сети Lightning Network обещает значительные перспективы и наблюдая за существенным развитием и уровнем принятия. Несмотря на присутствие некоторых вызовов, экосистема постепенно укрепляется, становясь более устойчивой, масштабируемой и предоставляя потенциально улучшенный пользовательский опыт. В отличие от ранних дней сети Lightning Network, теперь существует несколько удобных для пользователей кошельков, поддерживающих эту технологию. Кошельки такие как Breeze, Wallet of Satoshi и Eclair предоставляют возможность использовать как владельцам Android, так и iOS, что облегчает транзакции на сети Lightning Network. Сеть Lightning Network расширяет свою экосистему приложений. Она не ограничивается только транзакциями Bitcoin, а также охватывает децентрализованные финансы DeFi, предоставление ликвидности, непереносимые токены NFT и игровые приложения, аналогично блокчейну Ethereum. Это разнообразие открывает новые возможности и сферы применения сети Lightning Network для развития биткоин-экономики децентрализованных финансов. Кстати, многие криптовалютные биржи интегрируют сеть Lightning Network. Эта интеграция позволяет трейдерам выводить небольшие суммы биткоин дешево и мгновенно, предоставляя им большие гибкости и более экономичные варианты. Несмотря на существующие трудности, сеть Lightning Network продолжает развиваться и совершенствоваться. Она сталкивается с вызовами, такими как сложности маршрутизации, управления ликвидностью и стабильности сети. Тем не менее, непрерывное развитие и расширение экосистемы сети Lightning Network свидетельствует о решимости преодолеть эти вызовы и создать более надежную и удобную сеть для пользователей в будущем. По мере развития технологии она имеет потенциал изменить способ использования и торговли криптовалютами и привести значительный вклад в развитие биткоин-экономики децентрализованных финансов. В наших следующих видео мы продолжим изучать перспективы L2 сети биткоин. А на этом у меня все. Вы смотрели канал CryptoDealers. Не забывайте подписываться на наш канал и помните, время пришло поиметь биткоин. С вами была Миша. Всем пока.